Хор духовенства Петропавловского благочиния Москвы был создан по благословению архиепископа Истринского Арсения в октябре 2007 года. Руководитель творческого коллектива – протоиерей Виктор Шкабурин, настоятель прихода храма апостола Андрея Первозванного в Люблино. Все участники коллектива – приходские священники, по зову сердца сочетающие службу в храме и социальную работу с репетициями и концертами духовного хора. Первый раз на таком концерте присутствую, где выступают непосредственно представители духовенства. Вот, и очень приятно, что наши батюшки, они еще и находят время для того, чтобы порадовать нас своими великолепными голосами. В концертном зале собрались ветераны и сотрудники Министерства внутренних дел России. Первоначальное, сдержанно вежливое внимание к непривычному на этой сцене коллективу вскоре сменилось искренним восторгом и аплодисментами. А фортепианная игра священника Иоанна Коваля, клирика храма святителя Тихона и настоятеля строящегося храма святой мученицы Татьяны Римской в Люблино вызвала бурные овации. В программе концерта три части – духовные песнопения, народные песни и патриотические произведения советских композиторов. Каждая песня, даже давно знакомая и любимая, исполненная многоголосием, звучала совершенно по-новому и воспринималась многими зрителями как открытие. Впечатление, я вот говорю, что я еще их слушала. Это просто какое-то единое, какое-то могущее, такое... перехватывающее дыхание. То есть я просто словами даже это не скажешь. Понимаете, любовь к музыке и любовь к людям, она как-то переплетается в сердце, и получается так, что ты можешь что-то подарить людям. Эти чувства живут в сердце каждого участника хора. Настоящее счастье, когда данный Богом талант, помноженный на знания и умения, может послужить благому делу и доставить большую искреннюю радость людям.